Добрый вечер, друзья. Вот запустила своего Ипполитку. Я вообще не люблю с ним работать. Потом его мыть надо, разбирать, все вытаскивать. Куча волос всякой разной всячины. Ну вот сегодня что-то так устала. Ох, убиралась сегодня, мыла подоконники, там окно. Ну, в общем, дома работы хватает. И вот я его, друзья, запустила. Пусть маленько порезвится мой Ипполит. Вот мне его подарили, но я очень редко им пользуюсь. В основном другим пылесосом. Большим. А это вот такой вот красавчик, друзья. Вот хочу показать вам свои томатики. Вот они отживают свое. Видите? Отживают они свое. Уже листочков стало мало. И завязи уже нет. Я вот уже их обрываю. Они все сохнут. Ну, все, уже и не кормлю. Наверное, все. Конец им приходит. Вот этот вот еще томатик более или менее. Вот еще, видите, вот маленькие плодики есть, ягодки, как многие говорят. Ну, а цвести уже не цветет тоже. Вот я его сегодня понемножку оборвала, пожелтевшие листья. Вот такие вот дела. Жалко, конечно, у многих, как говорят, что он до декабря. Они, вот это балконное чудо, что оно как бы растет и цветет, и плодоносит до декабря месяца. Ну вот, мои два как-то вот так вот рано захерели. У дочери вроде как пока ничего стоят. Это она мне вот, кстати, два кустика подарила. Домой вот я их принесла. Долго там помидорчики были. Вот этот раз ребятишки, внучки приходили, они хорошо пощипали. Вкусненькие, сладенькие такие. Ну вот они уже были помельче. Ну вот здесь вот у меня немножко петрушки я домой приносила. Вот немножечко здесь засушиваю. Вот такие вот дела. В следующий раз хотела показать вам свои семена. Но это уже в следующий раз покажу. Вот он, Ипполитка. Пашет. Ох! Вот сегодня у нас, друзья, снег выпал. Вот посмотрите, выпал снег. Это что сегодня? Подождите. 29-е? Да, 29 октября выпал снег. Ну, что получается? 29 ноября, это он совсем ляжет. Получается так. Вот такая вот у нас красотенюшка. Ну вот, друзья, на этой ноте буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всего вам доброго, хорошего. Пока-пока.